Приветствую, друзья, в игре My Industry. И как видите, следующая карта уже открыта, потому что я уже раз пять пытался ее пройти и в очередной раз записываю прохождение, которое, я надеюсь, будет выигрышным. Это карта Заросли, где какой-то сумасшедший босс с бешеной дальностью атаки уничтожает просто все на своем пути. Но как видите, слева у меня довольно-таки большое количество ресурсов, включая Тори и Пластани. Да, я засел на карте, по-моему, Дегтярные поля и нарыл там себе ресурсов. Ну что, проходим эту карту. Здесь карта такая большая, витиеватая, но это никак не помогает мне в работе, в игре. То есть сейчас сразу ставим базовые вещи какие-то. Так, дерево технологий, настройки, сохранить и выйти. Так, попробую сейчас, значит, здесь сразу свинец, я смотрю, стоит, его можно отсюда взять немножечко. Блин, неудобно, не очень удобно он здесь стоит. Дальше, вот тут еще медь есть. Так, ну-ка, не балуй. Берем эту медь отсюда и на базу тоже тащим. На базу вот сюда, вот через центр я пущу. Медь, свинец есть. Что дальше? Нужно уголек. Уголек здесь представлен в таком вот виде. Сейчас где-то прям база была. Кстати, да, вот. Базовая оборона такая вещь, которая с большими солнечными панелями стоит. И вот такая шахта угольная имеется здесь сразу в моем распоряжении, что очень-таки удобно, помогает стартануть лихо. Сюда мне первым делом надо намутить графит. Графит, значит, сюда, если его засунуть, отсюда взять, ну, будет идеально. Графит пошел, раз, два, три. Сейчас главное, чтобы ресурсов... Так, графит у меня готов, теперь его надо отсюда телепортировать. Сейчас, где там база? Надо еще до базы это дело как-то безобразие довести. Ой, я потерялся, кажется. Это не база? Нет, это не база. База вообще вон где-то справа у меня. Ладно, тащим пока так. Здесь можно пройти? Можно. Теперь сюда. Теперь вот так. Ага. О, во, уже база, пришли. Отлично. Так, заводим сюда. И к базе подводимся. Цепляемся. Доставка есть. Так, теперь следующие остатки угля. Сейчас у меня, надеюсь, противник пойдет на эти. Куда, где мой противник-то? Вон, он где-то идет. Сюда, что ли, поперся? Да нет, вроде никого. Здесь надо перекрыть вот эти... Нет, зараза, полез все-таки сюда. Походу. Я хотел ему тут закрыть вот эту дырку, чтобы он сюда не шел. Но уже, видимо, бесполезно. Идет там кто? А, вот такой вот танчик идет. Ладно, пустит. О, кстати, вот тут вот можно перебить им сразу артерии. Прям они неудачно здесь построились. Все, минус. И пока он идет, его надо дострелять. Потому что здесь вообще ни к селу, ни к городу. Зараза, там крепления мои еще стоят. Так, стреляем на опережение. Вот, зараза стреляет по ним. Смотри, что ты. Так, здесь сразу эти дырки надо затыкать. Здесь. Так, вот эту дырку можно заткнуть, попробовать. Здесь. Вот эта дырка и вот эта тоже не нужны. Но я надеюсь, теперь они в обход будут ходить, вот на те башни нарываться. Вот на эти. Но посмотрим. Теперь надо быстренько вот с этим углем разобраться. Давай, иди сюда. Вот тут как раз-таки хорошее место. Здесь я срою песочек. Песочек сюда его поставлю. Так. Хотя много так надо. Здесь у меня будет стоять, значит, кремниевый завод. Кремниевые заводы готовы. Сейчас я их подвожу, подключаю. Сейчас, блин, надо ловить противника еще там. Перекрестки. Так, стопы что-то сейчас намучу. Непонятно. И потом буду опять чистить все это дело. Так, вроде нормально. Осталось только вот эти направить в правильном направлении. Так, не, это неправильное направление. Вот это правильное направление. Все, отлично. Осталось их подпитать электричеством. Электричество можно вот отсюда забрать маленько у этих ребят. А
они не часто стреляют, и у них такие большие солнечные батареи, что им хватает этого за глаза. Сюда. Как-то вот так надо протянуть это все еще дело. Чтоб ничего не мешалось. О, отлично. Все, и теперь это дело надо забирать. Сейчас посмотрим, противник как пойдет. Так, справа, что ли, пошел. Ой! Ой! Непонятно, где он. Вот, кстати, база противника вот только что видели. Я таким замысловатым образом телепортировался сразу к себе на базу, чтобы долго не лететь. И теперь идем вверх. Отсюда надо вот это дело отводить. Сюда. Ай, прямо вот сюда вот можно воткнуться. Готово. Это убираем. Все, здесь ребята заработали. Кстати, можно, наверное, да, можно еще улучшить выработку угля вот таким вот нехитрым способом. Вот это убрать. Все, пока оставляем. Сюда можно еще свинца подцепить. Это что нам идет, полупустая. Потом, если что, я заменю всю эту ветку на титановую. Кстати, нужно титана раздобыть. Вон что. Где тут ближайшее место с титаном? А, вот он есть. Пневматический бурык, к счастью, уже есть у меня открытый. Ресурс на них есть. И идем вправо. А я смотрю, здесь свинец тоже есть. Его тоже можно будет цепануть потом, если будет не хватать. Так. Ой, как тут все сложно. А, вниз теперь, да? Теперь вбок. Теперь сюда. Сюда. О, отлично, пришли уже быстро. Сейчас проверяю, все ли у меня здесь подключено. Все, титан пошел, отлично. Вроде все базовые элементы у меня добываются. И теперь осталось еще позаботиться электроэнергией. Где у меня потом противник-то ходит? Что-то понять не могу. Опа! Тут что-то мне подразнесли немножко. Надо эту вещь восстановить и усилить. Так, давай строй. Еще по защите. Пока только медная стенка. Ну, давай ее поставим. Вот так. Еще парочка влезет у меня башенок. Это же все-таки башенная защита. Как? Вроде как. О, отлично, красиво. Все, стоит, добывается. У меня это в плюсе, ребята. В плюсе плюс 170. И сейчас самое время заняться электроэнергией. Электроэнергия. Так, ставим, значит, буры сюда. Ой. Ой, что-то летит. Зараза, летит и бомбит. Бомбардировщик прилетел. И скотина какая, смотрите, что творит. Жучара. Есть. Все, хорошо, что он был один. Я тогда сейчас быстренько вот так сделаю. Маршрутизаторы. И надеюсь, мне на этого хватит. Все, хватает, отлично. Теперь ту же самую схему надо ниже повторить просто. Вот здесь вот, например. О, вот так тоже можно воткнуть. Отличненько. Так, они достают туда. Но здесь пока не буду ставить. Продолжу вот это разрабатывать вещь. Поставлю чисто обычные генераторы с водой и углем. Ага, вот сюда выведу. Отсюда воду накачаем. Уголь есть у меня. Пу-пу-пум, пу-пум, пу-пум. Ну так, давай. Маршрутизаторы ставим. Где генераторы мои? Паровые генераторы, вот они. Так, сразу сколько хватит мне? На 4 хватает. Опа, стоять. На 4 хватает, 4 сразу бахну. И воду сюда дотянуть надо. Хорошо, что у меня на старте есть немножко этой стекловолокна. А, метастекло. Но единственное, нужно медь. О, роторный насос готов. Блин, что-то там взрывается нафиг. Вот этой вещью сейчас сюда еще прокину. Так. Надо экономно это все дело сделать. Сюда давай. И здесь все так. Теперь осталось мне туда прокинуть электроэнергию. Так. 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 Как-то так. И чтобы первую вот этот запустить, всю эту байду, надо первую искру высечь, скажем так. А ее высекается через... Сейчас посмотрю. Вот паровой генератор вот сюда бахну просто.
Все, теперь у меня должен заработать насос, подать мне воды сюда. И вся эта схема, все, уголь они начали жрать, теперь можно вот этот убирать. Все теперь работает само. Вырабатывает 1400 электроэнергии, хорошо. Сейчас вот только вниз надо увести. Подключить свои основные орудия. А, все, они подключились. Эти ребята подключены, отличненько. Здесь что можно сделать? По-хорошему это дело перекрыть на всякий случай. Угу. Свинца не так много. Ну, здесь все работает, да? Ребята уголь жрут, даже можно еще их построить. Что, еще мало, что ли? Нет, все, пошел уголь уходить. Электроэнергии 1600. Здесь все пучком, все работает. Но здесь угля не так много, как мне хотелось бы. Вот это давайте снесу, непонятную вещь. Здесь поставлю так. Ага, и придется все это дело вниз вести. О, вот сюда. Хорошо. Еще сюда, значит, раз, два, три, четыре. Сюда давай и сюда, отлично, отлично. Вот эту ветку надо теперь разгружать, потому что там еще свинец у меня, смотрю, добавляется. Ага, он уже, смотрите, как загружен. А, блин, свинец, ой, этот титан кончился. Сейчас, ладно, пусть достроит, потом дострою остальное. Что-то там все взрывается, непонятно что. Пневматический бур, давай. Пневматический бур. И эти я хотел поставить сюда. Вещи. Что-то там искрит, я слышал. Все нормально? Здесь вроде тоже. Здесь надо прокинуть сюда, чтобы они по-любому до насосу докопаются. Насос надо у них отбить. Обязательно. Вот так вот. Ну и раз уж здесь есть, то все, уголь, смотрите, даже можно еще один паровой генератор, а сразу два воткну, чтобы сюда больше не возвращаться. Ага, чуть-чуть ресурсов мне не хватает. Все, готово там, готово здесь. Ага, здесь враги идут, зараза проходит далеко, но это он, потому что он идет так странно. Да вот это вот, блин, пропустите здесь. Да ё-моё! Вы чё учудили-то, народ? В своём уме вообще? Хорошо, что он только по этим фигачит. Ах, пропускают почему-то. 14 секунд, блин, следующая волна уже идет. Тогда надо здесь, наверное, количество их увеличить. Стен... Ух, нифига он бахнул. Суицидник какой-то был, что ли? Стенки надо титановые ставить. Так, чтобы они не проходили туда. А здесь сделать такую вот вещь, чтобы они дольше шли. Все, они вот так будут заходить здесь. Отличненько. Все, у меня закончился свинец опять. Свинец, конечно, есть, можно сделать такую вещь. Раз, два, три, четыре. Через вот этот прокинуть его. Это даже можно было обычный ставить. Ну ладно, раз уж повел, то пусть будет. Здесь эти переделать. Все, готово. Свинец сейчас нормально должен пойти. А, чё? О, они решили меня вообще слева теперь обходить. Нифига не хитрые, блин. Не хотят по этой стороне идти, теперь обходят здесь. Вот что это за дело? Что-то как-то, блин, не справляются, мне кажется, эти вышки по-нормальному с ними. Так, алло. Смотри, что творит. Стреляет. Тут такая непредсказуемая совершенно так долбанная карта. Черт пойми, откуда они ползут, сеть. Ой, нифига не накидали. С
Здесь еще вышки мне снесли. Так, давай. Угу. А, я вообще хотел через кремнить. Кстати, ну-ка сейчас посмотрим, как они его. Они мажут, смотрите, мажут тупо. Вообще жесть. Хотел так, это что тут раздолбано все. Какой у него, кстати, радиус? Маленький, а у кого самый большой радиус? Дуга. О, копейщика, наверное, больше всего. Вот это маленький. Ух, нифига себе, рябь. А она чем стреляет? Воздушных цель, наземных целей, кстати, бьет. Кстати, можно кормить как графитом, так кремнием. Кремний, причем самонаводящийся. Короче, надо мутить кремний и вот эти штуки ставить. Медь, графит, титан. Все. Решено. Безвозвратно. Здесь что-то по углю как-то затяжка небольшая. Так, давай. Разводим все это дело. Песка тут мало вырабатывается, я смотрю. Сейчас графит потратил много. Ладно, сейчас это все должно заработать лихо. Здесь ребята прям вообще хорошо идут. Но здесь главное вверху не забивается ничего до свинца, так что все нормально. Свинец сейчас не освобожит. Я подумал, что вот через вот эти пушки рябь пройти. Через их пойти. Но надо как-то врагов, блин, заставить идти по тому пути, который... Блин, который мне нужен. Да алло. Тут я удачно залетел. Сейчас я вот эту срежу, и они не будут тут беспредельничать. Вот этих ребят я срезал. Так, там все пучком. Отлично. Надо весь правый край вот этот заделывать большими титановыми пластинами. А, все, кончился титан. Ладно, надо будет вернуться сюда и все это дело там законопатить. Ладно, здесь все нормально. Ой. Здесь тоже. В принципе. Вроде как. Должно быть. Здесь хотя бы вот так закрыть. И там перекрыто. Все, нормально. Вверху ничего, вверху ничего нет. Ой, там еще проход был. Ух ты, ё-моё, я не знал. Ну, хотя бы так пока. Ладно, допустим. Уголь здесь производится, электроэнергия. Вообще у меня нормально такой вырабатывается. Что касается вот этого угля. Сделаю-ка я следующий. Я здесь поставлю бурилки, пневматические, конечно же. Буду добывать с них уголь. Этот уголь у меня пойдет, знаете, на что? Сюда пойдет, вот так поставлю по-китайски. И поставлю здесь заводик камикадзе хотя бы, чтобы хоть какую-то видимость военных действий создать с моей стороны. Где они есть? Вот они. Раз, два, три. Надеюсь, он вылезет оттуда. Сейчас только все это дело запитаю. Угу. О, вот так вот. Готово. Там у меня делаются камикадзе. Пускай идут на врага. Здесь у меня противовоздушка есть нормальная. И здесь какая-никакая тоже есть. В принципе, что, надо дальше выдвигаться? Так. Вот это надо все заделывать дело. Здесь такой кошмар стоит. Страшно же посмотреть. Раз, два. Но. Пока так, да? Опа, тихо. Вот это жесть. Враги прям проходят сюда. Чем они там занимаются, я не пойму. У меня выработка электроэнергии почему-то в минус ушла. Меня здесь перебили, потому что электричество, ё-моё!
Жопная жопа происходит. Ой, что сейчас будет? Ой, что будет? Что творят демоны? Так, сейчас там большой. Все, мне раскурочили тут, потому что я не уследил. Мне как-то умудрились там перебить все. Сейчас надо первым делом восстановить электричество. Где оно тут есть? Угу. Так, вот тут можно прокинуть, например. Здесь сюда давай. Цепишься. Сюда и сюда. Так, готово. Блин, жесть. Ладно, пока так стоим. Мне нужно вот эту срочно восстанавливать. Ну, заодно на титан заменю. Ага, заменил, дофига. Нету нифига титана. Все, перекраивать по новой. Везти сюда. Так. Здесь тоже. Все, пошла. Вот такая пьянка. Кстати, вот тут тоже есть уголь. Надо этим делом тоже воспользоваться. Поставить сюда такую же схему, как и в предыдущем. Давай сюда, например. И заводики камикадзе где-то не есть-то. Так, что-то там опять прошел. Какой-то пробой произошел. Опять мне сюда прорвались. Зачем-то. И здесь какую-то фигню, блин, вытворяют. Да камон. Как они там проходят, не пойму. Фу. Жесть. Как она есть. Электричество-то же есть, почему не проходит? А ряб чем стреляет? А, всякая фигня стреляет. Давай еще вот этих поставлю здесь, ребят, которые будут встречать их. Вот так, например. К электроэнергии давай подцепимся. И вот такую вещь сюда надо воткнуть. Пока так. Ой, ладно. Здесь все идет. Пускай идет. Камикадзе-то что надо запитать еще до электричества? Сейчас где-то вверху было у меня электричество. Вот так вот. Запитало, и все, ребята должны пойти уже в бой. Сейчас они вот тут пойдут. А там, кстати, могут на меня налететь. Так что надо поставить защиту. О, отлично. Пошла жара. Так, куда они пошли? Они по правому пути вот так идут. Хорошо. Здесь устанавливаем деф. И надо переходить на рябь. Для ряби будем производить кремний по-хорошему. Либо можно просто графит. Лучше кремний. Надо угольные запасы где-то найти опять. Еще одни. А вот, тут вот уголь есть. А если поставить деф здесь какой-нибудь такой. О, отлично. Ага. Знаете, вот сюда выстреливайте весь боезапас. Будет просто замечательно. Эти пустые, эти почти пустые. Здесь, значится. Так, стопы, блин. Ладно, по максимуму так срою все это дело. Соберем это дело вниз. И сюда тоже проведем.
Во, готово. Отличненько. Теперь нужно наделать песочек, да, еще тоже, блин, то все это разместить как-то надо. Песок. Ну давай лазерным буром будем песок срывать. Пофиг уже. Главное, чтобы быстро шло. Так, давай. Не хватило на одного, да? Ну ладно, пусть будет два. Может, это судьба. Блин, зараза, сейчас еще докопается до меня. Во, вовремя это поставил, чтобы... Вещь. Так, теперь, значит, вот эти кремниевые ставить надо. Не влезает, малеха. Сюда их придется ставить. Тикс. Уголь пошел. Этот пойдет скоро. Сейчас только запитать надо. Блин, не хватает ничего. И пойдет производство уже сразу же. Сейчас электричку подведу. Пошел песочек. Так. Все, готово. И можно забирать это дело отсюда. Теперь пушки. Пушки я хочу рябь, да? Но мне нужен титан. Здесь что? Титан? Ну, блин, там если я построюсь, они мне его накидают. Здесь производится титан, но очень медленно. Здесь совсем мало его. Что, ждать, пока титан появится? Что ли? Хотя вот здесь вот мне не надо. Можно так попробовать, ладно, давайте. Чтобы свою первую рябь построить. 26-я волна. А противник тут опасный, вроде не помню на какой. Но лучше с ним связываться. Ладно, пахну пока сюда, посмотреть, как она работает. Во, вот это ух, нифига себе. Прилично. Приличненько так. Ох, еще и меня умудрились как-то срезать. Глянем, что по электрухе. Плюс, вроде в плюс идем. Кстати, почему-то нет аккумуляторов у меня, нифига. Через чего это так? Титан, титан, давай добывайся быстрее. Ты нам очень нужен. Все, поставили аккумуляторы. Рябь. Надо ее где-то поднимать выше. Вести. Здесь хотя бы такое ее защитить вещью. Еще, блин, противовоздушки могут налететь. Эта штука чем стреляет? Это стреляет только свинцом и металлом. А здесь нужен торий, дуга, копейщик, волна. Град. Град может кремнем стрелять, и он... А, нет, он против наземных только. Обжигатель. Тоже наземные. А рассеиватель только металлолом. Да, понятно, короче. Против воздуха нет особого приема. Надо выдвигаться вперед. Ставить ребят. Так. Блин, блинский. Ух, нифига она. Блин, меня снесли, надеюсь, пушка останется живых. Что нам не стоило большого количества ресурсов. Так, 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 где она? О, есть, отлично, живая. Хорошо, хорошо. Блин, сейчас. Все, стоит, заряжается. Блин, здоровья мало. Ладно, маленький регенератор надо ей сюда ставить. Тянуть электричество. Босс, наверное, все-таки так же, как эти. Ой, блин, зараза, сверху пойдет тоже.
принципе, можно его тут встретить. Главное, чтобы он туда никуда не полез. Я думаю, да, наверное, так и встанем. Туда-то он точно не пойдет. Вот здесь вот. Вот так можно встать, да? Вот там уже противник. О, не шмаляют. Эти могут бесконечно там стрелять. Надо вот тут, короче, вставать. Так, ага. Все, решено. Безвозвратно. И осталось что? Титан, да? Все в титан упирается, походу. Угу. Нормально. Опа. Меня срезали. 30-я волна, блин. Надеюсь, босс пойдет на четвертую только. Ага, сюда дошли. Пушка. О, пушка выжила, отлично. Так, это хорошо. У меня есть минута 20, вроде как. И надо отстроиться. Значит, я могу две, почти три даже пушки поставить сюда. Так, значит, раз. Два. Маршрутизаторы. Пошли. Опа, что такое? Маршрутизаторы пошли. Зараза, тут что-то фигня какая-то получается. Еще одна рябь. И пойдет деф дальше. Блин, титановый не влезает. Такое можно поставить. Она вроде нормально так у нее. ХП. Нифига она стреляет в них. Сейчас, блин, главное, чтобы она там все не расстреляла. Хотя здесь производство вроде лихое такое идет. Еще один заводик можно поставить, кремниевый плавильный. Сюда. Даже три. Перекрестки. Так идут. Блин. Тут неудачно встал. Маршрутизаторы так идут. И вот это дело надо снести и перестроить вот сюда. Отличненько. Ага, тут все засралось. В принципе, ожидаемо. 5, 25. Блин, уже началось. Вот это подстава конкретная. Вот это конкретно жесть. Поперся босс на меня. На 31-й волне. Не представляю, что делать. Хотя бы электричество тут развести, поставить генераторов, какие есть. Под каждую пушку. Защиту тоже важно. Сюда туда не ставится, но сразу. Все, вон уже босс поливает. Какая тут нафиг защита может быть? Вообще срезает. А, все, хана, походу. Какой-то невменяемый этот босс. Босс. Просто. Куда-то я улетел, уже даже не понимаю куда. Вон он идет, ему пофиг вообще на все. Пофиг, половину только снесли ему. Опа! Мои... Они... Он вот тут и лег, прикиньте, вот на этих ребятах. Вот это мне свезло прям капитально. Вот это... Как-то они его положили... Короче, пушки, походу, на себя все отвлекли. И эти ребята его там положили. Блин, перебивает на там все. Нехорошо.
что они тут делают. Ух, вот это да, вот это мощь. Конечно. Ладно, давайте здесь достроить надо вот эту оборону. Дотянуть электричество. И надо к врагу теперь продвигаться уже спокойно. Ладно, пусть так пока стоит. Здесь боеприпасы почему-то не доставляются. Почему? Здесь... А, здесь электричество кончилось у меня. Вот так, держи. Здесь на всякий случай поставить надо вот такие штуки. Блин. Лажа произошла. Из нее не... нет поступления электро... Вот так вот пошло. Так. Ребята здесь встречают. У них, кстати, угол тут открылся. Фига, босс даже ни одной пушки моей не успел снести. Вот эта, видать, ветка на себя все приняла. Отличненько. Да, блин. Хорош. Сколько там боеприпасов? На нуле? Нет, боеприпасов здесь фул. А здесь почему-то не пополняется. Дать тот на себя все берет. Так. Пошла жара. О, теперь эти заработали, отлично. Хорошо так получилось. Этот закончилось у меня дело. На пушек у меня ничего нету. Ладно, пусть эти две пушки здесь стоят. Вроде как у них неплохо так это дело получается. Пусть стоят. Теперь надо что-то с противником делать. Надо в тыл, наверное, прорываться. Прорываться буду тупо электричеством. У меня 1000 выработки есть. Электричка. Так, пошло. Поехало. Так, а, вот так они заходят, значит. Значит, я туда тоже пойду к ним. Опа! Идут уже ребята, смотрите-ка. Готовы. Опа! Выстегнули меня. Блин, ну если следующий босс пойдет только через 30 волн, я, возможно, даже успею пройти эту карту. Ё-моё, нифига они там раздолбили все. Фу-фу-фу-фу. Конечно, можно было армию целую набрать и посылать их туда. Но что-то как-то... Это не в моем стиле, это все-таки Тайвер же. Тайвер Дефенс. Завод мехов Титан. Чего ему-то требуется? Кремний? А, так, а это что такое? Ой, это не мое вообще. Что-то я засмотрелся. Кремний. Можно вот этот кремний, в принципе, брать. Попробовать. Посмотрим, что получится. Загружается, да. Здесь мне разнесли все. Следующая волна пошла. Так. Но электричество можно вот вообще отсюда прокинуть, например. А, не достает, да? Фиг, сразу. Фигня какая-то. Можно вот через верх, конечно, пронести. Долго тоже. Угу. Теперь они почему-то справа решили пойти. Алло. Нет, только не сюда. Нет, не туда. Зараза, блин, почему они сменили вдруг свой курс направо? Или это так задумано было? Сволочь. Вот я, кстати, могу новую рябь поставить себе. Вот сюда. Ага, прилетели все-таки.
Что-то у меня даже не стоит ничего против них. Хотя бы вот так поставить. Взорвались сами. Суицидники, что ли? Блин, не хватает кремния. Маршрутизатор, давай сюда, вот веди это все дело. Здесь надо деф поставить, еще не забыть. Готово. Там ребята идут туда. Здесь чего? Песка не хватает. Все, пошла жара. Все равно так медленно бурит песок. Странно. Ну, допустим. Кстати. Давай хитро сделаем так. Здесь поставим такую вещь. Метастекла еще немножко у меня осталось. Вот так подведу это дело. Чтобы быстрее песок уходил. Все, заработал. О! Вообще лихо. Главное, что электроэнергии хватает. И это хорошо. Здесь пушечки продолжают что-то бомбить вообще. А, здесь наши прорвали оборону, да? Опа, 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 воздух пошел. Атака с воздуха. Там вроде что там отобьются. Так, наши идут сюда. Что-то не понял, почему наши не дошли. Ой, так лихо шли, не дошли. О, кстати. Что там по бомбардировщиков? Есть завод мехов, есть гусечные камикадзе, есть бомбардировщики гули. Вход кремний и титан. Давай посмотрим. Может, с базы где-то можно взять. Кремний и титан. Да, давай вот так. Угу, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, маршрутизатор надо. Ну, показывай что-нибудь. Титаны, я вижу, забирают. Кремния набрали тоже. Сейчас нам что-нибудь вылетит оттуда. Сейчас вылетит птичка-бомбардировщик. А, отличненько, все, теперь у меня еще и авиация есть. Пока никакая. Это что, это не наши? Какого фига она там летает тогда? Так. Ух, нифига там. Ух, нифига. А чё мы так прошли лихо? Патроны вроде есть. Причем за глаза там их. Завод мехов титан еще можно один поставить, я смотрю. Блин, истребители прилетели, зараза. А чё до меня докопались? Чё-то бахнули. Ага, один завод. Здесь тогда ставим так. Вот эту вещь. Это сносим. Такие штуки к нему. О, 6 влезает, кстати. Давай. Дальше. Здесь я хотел поставить еще один завод мехов титан. Даже 3 влезет. Почему там все встало? Что-то перебили? Нет, просто тупо никто не хочет на меня нападать. Забавно. А, вон что я вижу. Эти лечат. Так, наши там уже куда-то забурились. Ух, нифига не взрывается. Наши забурились. Да блин, хорош взорваться. Нифига их там понарожалось. А, вот здесь вот, зараза, такие пушки стоят. Здесь, ё-моё.
Еще лечилка стоит, да? Блин, даже не знаю, как их пронять. Ой, елки-палки. Сколько трэш вообще идет полный. Трэшак. Трэшачище. Трэшничество. Но все, наши отбились нормально. Ладно, идем дальше. О, бомбардировщики там что-то бомбят. Но это вообще не то, что надо бомбить. Ух, истребители его. Он против меня истребители послал. Так, вот сюда вот еще можно поставить. А, это свинец. Или подожди. А, ну она с швецом и стреляет. Там что-то справа. Бомбежка, да? А нет, это наши. Это наши бомбят. Всякую фигню ненужную. Тем временем противник там наступает. Ну что, можно подтаскивать, наверное, электричество туда, я думаю. Почему бы нет? Так в наглую зайти к ним, Кость. А? Тут встать и поставить свои пушки. Поставим пушки, поставим регенерушки. Вот так вот. Главное, чтобы мне вот это все в ноль не ушло. Плюс 500 у меня стоит. Поставим здесь небольшой деф. Такой вот. И все, можно тут на следующую атаку сейчас как отобьем. Продвигаться будем дальше. Минуту до следующей атаки. Так, ладно, пошли дальше. Опа. Приплыли. Ладно, встаем здесь. Да блин. Так, что там по ресурсов вроде хватает? О, он еще вниз куда-то умудряется стрелять. Здесь мне нужен регенератор мощный. Такой вот. А тот можно убрать, кстати. Тори, Тори, не то, не то. Ай, зараза, блин, как не вовремя. Надо еще против воздуха что-то там сообразить, наверное. То мало ли что может произойти, хотя бомбардировщики тут летают. Свинец бы где-нибудь найти здесь поблизости. Эх. А эти там что, уголь у них, да, идет? Нет, уголь мне не нужен. Интересно, можно мне к ним под... О, я прошел карту, запуск успешен, аллилуйя. Новый рекорд. Почему-то меня сразу выкинуло оттуда, ну ладно. Финальный счет B+. Я прошел ее, класс. И теперь самое время насладиться древом технологий, которые можно открыть. Большая стартовая площадка, улучшенная версия стартовой площадки, хранит больше предметов, запускается чаще, ну, наверное, интересно будет для фарма, да? 120 единиц энергии в минуту, вместимость 250 предметов, интервал 14, а здесь 100 предметов, интервал 16, ну, примерно в 3 раза лучше. Дальше, открылось хранилище, хранит большее количество предметов каждого типа, а, ну это вот как склад было, да, только больше. Причем для строительства нужен Тори, насколько я понимаю, да. О, бронированный конвейер. Перемещает предметы с той же скоростью, что и титановый, но обладает большей броней. Не принимает на вход с боков ни от чего, кроме как от других конвейеров. Взяли. Здесь осталось только фазовую ткань разблокировать и какой-то роевик. Ну-ка, посмотрим, что он дает. Ракетная башня среднего размера атакует воздушных и наземных. Вот это прям, я думаю, топ башни будет запускать. Самонаводящиеся ракеты причем. Стреляет. Нужно взрывную смесь и пиротит. Кстати, взрывную смесь ни разу не делал. Пиротит делал. Циклон. Большая противовоздушная башня. Что-то такая страшная атака с воздуха может быть, что... А, кстати, наземные тоже стреляют. Противовоздушная и наземная башня стреляет взрывными глыбами с зенитных оружий ближайшие подразделения. Взрывными глыбами с зенитных орудий. То есть, типа, наверное, по радиусу нормально, да, так фигачит. Ну, жрет тоже взрывную смесь. Еще даже спектр какой-то есть. Двуствольная пушка. Тоже по всем стреляет. Еще даже здесь есть испепелипель. Массивная лазерная пушка. Заряжается, стреляет постоянным лазерным лучом. Ближайших врагов требует охлаждающая жидкость для работы. Фига тут сколько всего. Стену из кинетического сплава я не могу взять, потому что нужен кинетический сплав. О, помимо фазовой ткани я еще кинетический сплав не добывал. Нефтяная вышка. Использует большое количество энергии песка и воды для бурения на нефть. Короче, нефть делает из песка и воды и энергии.
Фазовый трубопровод, нужна фазовая ткань. Здесь кинетический сплав, что это будет, кинетическая вышка. Очень дальний узел питания с меньшим количеством доступных соединений. Хм, забавно. Сверхпроводной проектор. Увеличивает скорость близлежащих зданий, опционально использует фазовую ткань. Понятно, бафер такой. Здесь генераторы, причем два еще. Завод строительных дронов «Фантон» производит улучшенных дронов, которые помогают строительству, наверное, которые могут достраивать здания, которые разрушены. Завод мехов «Крепость». О, сколько тут мехотов? Производит тяжелые артиллерийские боевые единицы. Завод крейсеров «Мститель» производит тяжелые летающие. Вот вообще, наверное, убийство. Реконструкторов меха «Дельта» обеспечивает превращением в легкобронированный атакующий мех. И реконструктор меха «Тау». Превращение в улучшенный мех поддержки. Вот это интересно. Здесь также можно делать еще из фазовой ткани кинетического сплава. На этом смотрим. У нас порядка 10 осталось неоткрытых, даже чуть побольше. Мехи жидкости боевой единицы. Все понятно. Еще какие-то 3 ресурса не использованы у меня были. А на этом все. Спасибо тем, кто смотрел. Ставьте комментарии, лайки. Счастливо!